ничто не отменяет провести это мероприятие в офлайн режиме. До старта акции «Цифровой диктант 2020» остались считанные дни. Проект охватит граждан двух возрастных групп – от 14 до 18 лет, а также 18 лет и старше. Диктант представляет из себя онлайн-тестирование на знание базовых интернет-программ, использование интернет-сервисов, компьютерную грамотность и безопасность в интернете. Для того, чтобы принять участие в этом мероприятии, необходимо на официальной площадке «Цифрового диктанта» – это «Цифровой диктант РФ». Можно набрать в любом браузере поисковик. Выходим на площадку, выбираем в меню региональные площадки, выбираем федеральный округ. Мы с вами находимся в Сибирском федеральном округе. Знакомимся с особенностями цифрового диктанта. И для регистрации заполняем адрес электронной почты, фамилия, имя. Технологический колледж стал единственным организатором проведения всероссийской акции «Цифровой диктант» в Сибирском федеральном округе. Значимость данного мероприятия очень высока в век информационных технологий, отмечают специалисты. У нас много таких студентов, мы должны проверить их цифровую грамотность. Взрослое население проверяет цифровую грамотность, определяет образовательные дефициты, и мы, как образовательная организация, эти дефициты можем закрыть. То есть через короткие образовательные программы будем доучивать или поднимать уровень цифровой грамотности у населения. Проверить уровень своей цифровой грамотности все желающие смогут уже совсем скоро. Пройдет всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант» с 28 марта по 11 апреля. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.